Кто является самым большим, самым опасным вором? Мы подумали, может быть, какие-то гангстеры, которые ходят на улице и пытаются взломаться в ваш дом. Или какие-то хакеры, которые пытаются войти в ваш банковский счет. На самом деле, Котская Ребе говорит, что самый опасный, самый большой вор, который пытается у нас все украсть, это наше чувство смирения, наше чувство, что мы привыкаем к тому, вот такой-то я есть. Вместо того, чтобы у человека были какие-то высокие цели, и он считает, что я не хочу, чтобы я оставался таким, как есть. Я хочу, чтобы моя семья была лучше, чтобы мои знания были больше, чтобы моя связь с Торой, с духовностью, это было гораздо глубже. И когда я ставлю себе эти цели, я пытаюсь к ним действительно добраться, я поднимаюсь наверх. Но если человек, он будет он смиряться с тем, что у меня есть, тогда вот весь этот рост, весь этот, все мои цели, у меня вот это все украли. Надо беречь себя, надо действительно делать максимальные усилия, чтобы нас не обворовали. Успехов!